Привет всем! Как известно, у Crossout отсутствует возможность наносить прямые повреждения союзникам. В этом видео я расскажу про баг физического движка в Crossout, позволивший случайно совершить тимкил. В конце видео обязательно ставьте лайк, а также жмите подписаться на канал. Раньше все строили самолеты с ускорителем и мирно летали через всю карту, приземляясь веселым взрывом. На волне этой моды я построил машину спиннер и совершенно случайно совершил багом физики первый тимкил. Один тиммейт из зависти решил таранить мою оригинальную машину, и это принесло ему фатальные последствия. Спиннер, разогнанный авиабустерами, просто толкнул его настолько сильно, что парня разорвало в клочья вместе со спиннером, а остатки разлетелись по всей карте. Но возможность нормально летать ускорителями убрали с очередным фиксом. Большое спасибо разработчикам за это. Игра на ступень ближе стала к танкам, но с крафтом и бронемобилем. Чтобы не скучать в нудных однообразных матчах, я построил машину Крюк. Она эффективно отбивает колеса у врагов. А еще ею можно цеплять под днище своих тиммейтов с отбитыми колесами и возить по карте. Прямо как инвалидов на инвалидной коляске. И вот один раз в начале боя я подцепил своего и, используя ускоритель, и хотел помочь ему идти в атаку. Но не справившись с управлением, на нашем пути стала страшная преграда, в которой я припечатал его и размазал по стене, отправив в ангар. Союзники, увидевшие это, были в шоке от данного действия. На этом я хотел бы закончить. Я оставил название буллетпринта машины Крюка в описании видео. Найти его можно на выставке бронемобилей. Попытайтесь повторить данный подвиг. Все, кому удастся или не получится повторить его, пишите в комментарии ваши мысли по этому поводу. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы смотреть новые видео, а также поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Всем спасибо, до новых встреч!